В первой декаде января в Казахстане ожидается влияние интенсивных атлантических и южных циклонов, что обусловит неустойчивый характер погоды. Какой будет погода в первом месяце года на территории севера Казахстанской области, рассказали синоптики. В конце первой декады января в северо-казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 30-35 градусов. На севере области столбик термометра опустится до 38 мороза ночью, днем до минус 25-30. Во второй половине первой декады ожидается колебание температуры воздуха ночью от 15-20, на юго-западе области 10 мороза, до 10-15, на востоке области 18 мороза. Днем от 12-17, на юго-востоке области 8 мороза, до 2-7, на востоке области 10 мороза. В конце декады ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 30-35, на севере области 38 мороза, днем до 25-30, на севере области 33 мороза. В начале второй декады предполагаются температуры воздуха ночью минус 30-35 градусов с небольшими колебаниями. Снега ожидается за месяц не больше нормы. Местами предполагается метель, усилится ветер. Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Норма 12-25 миллиметров. Снег ожидается в середине и во второй половине первой декады, в начале и в середине второй декады, в начале и в конце третьей декады. Ветер 15-20 метров в секунду. Метель прогнозируется часто в течение месяца. Туман вероятен в начале второй и третьей декады. В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 15-20 градусов, днем до 5-10. На севере области 15 мороза. Затем колебания температуры воздуха ночью от 20-25 до 15-20 градусов. Напомним, что самый холодный январь в Петропавловске был в 1940 году. 13 января зафиксировано минус 44 градуса. А самый теплый был в 1948 году. Тогда 1 января зафиксировали 4,5 градусов тепла. Анна Федорович, Адиль Нуржанов, служба новостей.